Конечная, парни. Дальше пешком. Минувшие дни. Сомневаешься, Игорь? Не волнуйся, скоро будем дома. Какой план, Игорь? Пробраться на атомную станцию. Найти пункт управления внутри. Сломать систему АЗК, чтобы поднять сдержку. Вырвать оттуда солдата и собрать чиновника. На 10 часов. Вертолет. Не высовывайтесь. Миша, мы не сможем. Огонь, огонь отрезать. Нам нужно забрать раздувать. Капитан, у КамАЗ слишком пускай быстро. Игорь, возьми себя в руки. Сосредоточься. Пробираемся через забор и спускаемся в канализацию. Верно? Настоящая спецоперация. Что может пойти не так, а? Бойцы НАР могут пойти не так, Антон. Игорь, если все полетит к чертям, ты, главное, не высовывайся. Давай без геройства на этот раз. Хорошо, хорошо. Я же не солдат. Встретимся там. Проклятие. Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик, который мы обнаружили. И больше проверяем, куда ты смотри. Оставайся в тени. Я же говорил. Да уж, легкая работа. Сторожить хрен знает что у черта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. То, что надо. И не говори. Thank you.
здесь. Скорее сюда. Да, спускаемся, а оттуда прямиком на станцию. Игорь, возьми счетчик Гейгера и следи за уровнем радиации, хорошо? Да. Так себе, конечно. Но не катастрофа. Мы в безопасности. Больше нигде не безопасно. Хорошо. Я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр. На себя второго, того, что справа. Пять бар. И растет. Ты уверен, что не рванет? Да откуда мне знать? Я солдат, а не умник в белом халате. Здесь все еще 5 бар. Это же хорошо так. Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить, работает ли кнопка АЗ-5. Игорь, не надо. Что? Почему, Татьяна? Что-то не так. Ты с кем разговариваешь?
голоса. Ты их не слышишь? Они же давно мертвы. Но они разговаривают со мной. Что? Что ты, черт подери, несешь? Ты в порядке? Пожалуйста, пожалуйста, не надо. О боже, я не могу сделать это. Я просто не могу. Не могу. Поступай, как знаешь. Ладно, Антон, пойдем. Вперед! В помещение реактора! Дерьмо. Оливер! Оливер, черт, где ты? Зима была такой долгой, холодной и темной. Мурманск. Я ненавидела этот город. Мне было там так одиноко. Эти долгие-долгие часы и дни разлуки. Так далеко от тебя. Сейчас легко вспоминать, как я пережила ее. Черт побери, Игорь! Я думал, этот ублюдок схватил тебя! Он Антона убил, слышишь? Боже мой. Мне так жаль, Оливер. Антон. Антон был хорошим парнем и хорошим бойцом. Он погиб ужасной смертью. Да что это, черт возьми, было? Кто этот ублюдок? Я не знаю, но он умеет телепортироваться. Должно быть, это трансцендент биакционная проекция пространственно-временного континуума. Вот дерьмо, только не начинай опять. Нет, нет, никакой научной лабуды. Прекрати, а то у меня голова взорвется. Где мы, черт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего, дело не где или когда, мы внутри точки сингулярности. Везде и нигде одновременно. Ага, конечно, бред собачий. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу. А у меня ни малейшего желания еще раз с ним встретиться. Так что, куда нам? Где выход?
А, да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там. Вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся у Михаила. Ай, черт. Моя рука так болит. Сломана. Я убью тебя, ты, ублюдок в черной маске. За Антона.